Сотни нарядных кузнецких школьников пришли в свои родные школы набирать новые знания. Счастливые первоклассники и первоклассницы с большими бантами и букетами гордо шагали по дороге, ведущей к знаниям. Не скрывали волнения и их родители. 9-й гимназии, которая славится своими давними традициями, 245 учащихся. На свой первый урок сюда пришли 27 первоклассников, а уйдет в конце года 21 человек. Именно столько в гимназии выпускников. Трое из них претендуют на медаль. Вот и пролетело лето беззаботное. И опять наступило 1 сентября, как мы говорим, День знаний. Многие из вас отдыхали на оздоровительных площадках, кто-то, наверное, отдохнул в лагере «Луч», потому что и управление образованием, администрация, городская власть этим летом создавала максимальные условия для того, чтобы все дети имели возможность окрепнуть, отдохнуть. У гимназистов, как и у других ребят, начинается новый учебный год, а для учителей очередной этап педагогического поиска. Перед современной школой поставлены важные задачи. Среди основных – развить способности каждого, воспитать личность, готовую к жизни, сформировать лидерские качества, научить выживать в мире конкуренции. В этом образовательном учреждении работают настоящие профессионалы, и они наверняка смогут выполнить эти задачи. Особые слова признательности в этот день родителям за их понимание и поддержку добрым словом, делом. Отчасти благодаря им школа становится комфортней. С легкой грустью я гляжу на наших выпускников. Дорогие мои 11-классники, среди вас 3 кандидата на медаль. Победители городских и областных предметных олимпиад и научно-практических конференций. Сегодня волновались не только выпускники, но и первоклассники. Ведь их всех ждет неизведанная, насыщенная интересными событиями жизнь. И вот по торжественную музыку во двор образовательного учреждения гордым шагом вошел 1 класс во главе с классным руководителем Ириной Кузнецовой. После многочисленных поздравлений и теплых слов в адрес школьников право дать первый звонок предоставили учащемуся 11 класса Виталию Краснобаеву и первокласснице Елизавете Бакуниной. Воздушные шары с легкостью поднялись в облака. Надеемся, что и новый учебный год пройдет так же просто и без серьезных проблем.